О том, как решаются самые важные и актуальные проблемы в Ненецком округе, шла речь на встрече Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Цыбульским. В первую очередь, глава нашего региона доложил президенту о социально-экономической обстановке в субъекте. По его словам, в округе наметилась положительная тенденция в плане доходов местного бюджета. Говорили также о ликвидации ветхого жилфонда. В частности, Александр Цыбульский рассказал о том, что в регионе успешно продолжает работать так называемая 1% ипотека. Но, пожалуй, главной темой стало развитие системы здравоохранения. В Рио губернатор обратился к главе государства с просьбой поддержать на федеральном уровне проект по возведению нового инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы и пристройки к основному корпусу главного лечебного учреждения заполярного субъекта. Обо всем подробнее расскажет Иван Кутенников. Надежда и Сергей Качеговы купили трехкомнатную квартиру по программе 1% ипотечного кредитования в апреле 2018-го. До этого жили в съемной. Причем суммы ежемесячного платежа практически идентичны. Признаются, весь процесс с момента первого похода в банк и вручения ключей занял 2,5 месяца. Еще полтора ушло на ремонт, но, несмотря на, казалось бы, немалый срок, работы велись в охотку. Это весь отпуск мы потратили, но это было настолько приятно и прикольно, и увлекательно, потому что ты делаешь ремонт в своей квартире уже для себя, не в съемном жилье, и все сделали. И мы изначально искали квартиру, чтобы уже там была и мебель, и уже был готовый ремонт, но сейчас ходим и думаем, если бы мы заехали в чужой ремонт с чужой мебелью, было бы, конечно, не так. Но бы все равно переделывать пришлось бы все под себя. Программу льготной ипотеки в Ненецком округе запустили в ноябре 2015-го. Правда, в начале кредит выдавали под 5%, но уже в 2017-м условия получения жилья значительно улучшили, снизив процентную ставку до минимального показателя. Программа сразу стала пользоваться большой популярностью среди местных жителей. Ее дальнейшая успешная реализация, конечно, зависит и от темпов строительства жилья. Александр Цыбульский сообщил, что положительная динамика в этом вопросе уже заметна. В прошлом году ввели порядка 15 тысяч квадратных метров, в этом году ввели уже 12,5. Думаю, что к концу года выйдем на цифру 23. Со следующего года планируем уже перейти на устойчивые 25 тысяч квадратных метров в год. Ну и в дальнейшем, если будет позволять бюджет, будем наращивать эти темпы. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа рассказал президенту о проблемах, связанных с развитием в округе социальной инфраструктуры. Впрочем, по словам Александра Цыбульского, и этот вопрос постепенно решается. Так, например, возобновлено строительство ряда объектов долгостроя, в частности, школы в поселке Индиго, а также детских садов в поселках Харута и Бугрино. В столице округа, в городе Нарьян-Мари, мы возобновляем строительство молодежного центра. Казалось бы, может быть, это не очень значительный на федеральном уровне объект, но тем не менее для города, для округа это действительно значимое мероприятие, поскольку для молодежи не так много сегодня мест, где они могут проводить время с комфортом. Мы возобновили этот объект, он был заморожен, и думаю, в следующем году уже сможем вести его в эксплуатацию. Коснулись в ходе обсуждения темы здравоохранения. Александр Цыбульский отметил, что в регионе продолжается строительство ФАПа в сельских населенных пунктах. Важность решения этой проблемы подчеркнул и председатель окружного парламента Анатолий Мяндин. Вопрос строительства фельдшерско-акушерских пунктов также надо решать. Многие ФАПы в сельских населенных пунктах округа построены еще в советское время, более 40 лет назад. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Глава региона также отметил, что в силу малочисленности населения Ненецкого округа в Заполярье нет особого смысла делать высокотехнологический центр медицинской помощи. Нам крайне важно, конечно, у себя развить именно компетенции по диагностике. Потому что в первую очередь люди должны получать хорошее диагностическую помощь. И вот здесь мы хотели бы обратиться к вам с поддержкой, может быть, с федерального уровня, нам помочь достроить больницу, нашу Ненецкую окружную, а также построить инфекционное отделение. Оно у нас, честно говоря, находится в плачевном состоянии, его степень износа уже 100%, и мы просто стоим перед необходимостью его строить заново. Тем не менее, Ненецкая окружная больница продолжает развивать свое технологическое оснащение. Из последних новинок – современная реабилитационная система «Локомат». Она предназначена для того, чтобы в буквальном смысле ставить людей на ноги. По словам специалистов, это едва ли не самая эффективная методика для пациентов после сложных черепно-мозговых травм, повреждений позвоночника, а также людей с неврологическими патологиями. Кроме того, качественные услуги населению региона врачи продолжают оказывать, активно используя телемедицину. Исходя из такой низкой плотности населения, удаленных населенных пунктов и отсутствия транспортных сообщений, я имею в виду автомобильного, железнодорожного сообщения, которое в других субъектах есть, приходится решать вопросы дистанционно, развивая
телемедицинские технологии, которые, как вы уже услышали, в округе существуют с 2000 года. Сейчас у нас получается 18, наверное, точек, откуда можно вести, проводить телемедицинскую связь, телемедицинские консультации. И с одной стороны. А с другой стороны, особенность медицинской помощи в округе, она обеспечивается не только дистанционным, но и непосредственным участием посредством санитарной авиации. Не стоит на месте и развитие так необходимой округу санавиации. Не секрет, что в большинство населенных пунктов округа можно добраться только по воздуху. Дренмарский объединенный авиаотряд активно пользуется специальной федеральной программой. В этом году предприятие приобретает уже третий вертолет с медицинским оснащением. Новые винтокрылые машины имеют на борту все необходимое реанимационное оборудование, которое позволяет оказывать помощь пациентам даже в воздухе. То есть мы понимаем, что какое бы сложное состояние больного не было, ему окажут максимальную медицинскую помощь даже в полете. То есть там вплоть до того, что можно, и искусственная вентиляция легких, и там эти капельницы вешать, и дефибриллятор применять. Мы понимаем, что самое дорогое у человека – это его здоровье, это его жизнь. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа доложил главе государства об экономической обстановке в субъекте. В Заполярье наметилась положительная тенденция в отношении доходов регионального бюджета. 16-15 год ознаменовался таким при измененной конъюнктуре на нефтяном рынке, падением доходов бюджета. Сейчас, мне кажется, нам удалось серьезно выправить ситуацию. Причем и в части бюджета, и в части возобновления инициатив по росту экономики, и по возврату некоторых социальных выплат для особо нуждающихся категорий, которые, к сожалению, в силу бюджетных ограничений в свое время были приостановлены. Я думаю, мы вышли на такую хорошую, устойчивую траекторию экономического роста и будем в этом направлении продолжать двигаться. Иван Кутейников, Алина Воучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».